выделено два ТСЖ. Это ТСН Московия и ТСЖ МЖК-1, которые являются многодомовыми, не имеют общей инфраструктуры, и они должны были уже давным-давно реорганизоваться еще в 2016 году. Сегодня уже на носу 2019, но они это требование не выполнили. Жилищная инспекция выдавала предписание даже не единожды реорганизоваться. ТСЖ эти игнорируют предписание, до сих пор процедуру реорганизации не провели, в связи с чем мы вынуждены были обратиться в суд с иском о ликвидации ТСЖ. Так что дальше уже, видимо, на следующей нашей встрече смогу вам рассказать, как вот этот опыт. Тоже мы это совершаем, в общем-то, впервые. Никогда раньше мы не обращались с иском о ликвидации ТСЖ, но вот теперь мы это тоже реализуем. И еще одно ТСЖ, третье, также будем ликвидировать в судебном порядке по той причине, что это ТСЖ опять-таки неоднократно не исполняло предписание о приведении устава в соответствии с жилищным кодексом. Тоже это все просто регламентировано в ЖК, что если вот такие предписания не исполняются в течение 6 месяцев, то орган жилищного надзора обращается в суд с иском о ликвидации.